Муфтий Дагестана, председатель Совета алимов Республики Шейх Ахмад Афанди принял участие во встрече в Рио главы Дагестана Сергея Меликова с лидерами конфессии региона. В ней также принял участие архиепископ Махачкалинский Грозненский Варалам Владимир Пономарев и председатель религиозной организации иудейских общин Дагестана Валерий Дибияев. На встрече были рассмотрены вопросы взаимодействия власти с религиозными объединениями, а также обсуждена их роль в формировании духовных и нравственных ценностей молодежи. Отдельно остановились на совместных мероприятиях представителей конфессии, направленных на духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодого поколения. Особое внимание глава региона обратил на оказываемую религиозными организациями помощь людям в период пандемии. В продолжение темы руководитель субъекта призвал их вести с населением разъяснительную работу по поводу вакцинации от COVID-19, которая доказала свою эффективность и может помочь людям защитить себя и близких.